В республике началась подготовка к учебному году. В этом году в большинстве школ будет проведен текущий ремонт, оборудованы медицинские кабинеты и модернизированы пищеблоки. Ход работ обсудили на республиканской планерке. К новому учебному году в республике готовится 932 образовательных учреждения. В 60 запланирован капитальный ремонт. На эти цели из бюджета выделено порядка 400 миллионов рублей. Приемка техникумов школ и детских садов начнется 25 июля и завершится 15 августа. Создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники МВД, ФСБ и Ростехнадзора. В ходе ремонтных работ ведется работа с каждым представителем этих организаций для того, чтобы к моменту приема объекта вопросы, связанные с той или другой направлением работы, они были решены, сняты. 1 сентября свои двери откроет и кадетская школа. За работами подрядчиков налажен тотальный контроль. В эти выходные со строителями встретился глава региона. Сейчас каждый день в 7 часов планерку проводим и смотрим, как строители работают. Вот с одной стороны, органы власти сделали все для того, чтобы объект был построен вовремя, средства выделены, конкурс публично прошел, открытый и так далее. Строитель, генподрядчик Старко, выиграл, дал соответствующую скидку. Теперь мы превратились в прорабы. Я уже на той неделе в 7 часов там сам лично планерку проводил. В субботу всех собрал в 7 часов. Мы взяли на себя обязательства. Объект, значит, находится под контролем. И все ждут, чтобы кадетская школа была введена. Потому что страна нуждается в защитниках Отечества. Страна нуждается в сотрудниках охраны общественного порядка.